Бокс приходит не с рук, а с сердцем. Дзюдо – это стиль жизни и состояние души. Такие лозунги встречают всех, кто теперь приходит заниматься спортивными единоборствами в новый зал в поселке Новый Городок. Здание на территории бывшей воинской части 06772 Минобороны вместе с другим имуществом расформированной школы авиамехаников передало местной администрации. И вот отреставрированное помещение встречает спортсменов клуба «Медвежьи озера» и почетных гостей. Праздником! Валерий Николаевич, спасибо вам большое и всем строителям, те, кто вот сделали такой замечательный дворец спорта вот для сельского поселения. Я всех поздравляю! Мы здесь видим, что действительно реализуется программа губернатора. Детский сад строится, социальный центр скоро будет открыт, есть спортивный сейчас центр единоборств. И это все благодаря неравнодушным людям. Отдельно хочу сказать спасибо любимому мной, как руководителя, Владимир Николаевич Кадайцев. Спасибо. Спасибо всем тем, кто любит и уважает спорт. Спасибо всем, кто пришел на этот праздник. И всем нам больших побед. Побед в спорте, побед на выборе. И за нашу Родину. Ура! И вот наступает торжественный момент. 4. Опа! Поехали! Ура! После открытия перед гостями показательные выступления провели боксеры двух возрастных категорий и дзюдоисты. Проигравших не было. Все участники поединков получили медали, первые врученные в этом зале. Всего в нем могут заниматься до 60 человек. Он разделен на две зоны – бокса, тхэквондо, дзюдо и карате. Раньше в этом здании площадью 520 квадратных метров были солдатская чайная и библиотека. На реставрацию и ремонт ушло 5,5 миллионов рублей, и еще на миллион с лишним закупили спортивного оборудования. У нас общее консолидированное мнение о том, что Медвежьеозерское сельское поселение – это лучшее поселение. Лучшее по духовности, по нравственности, по своему участию во всех процессах, которые идут на благо формирования гражданского общества. Здорово, что открыли в прошлом году очень много объектов. Это и Дом культуры реконструировали, это и Пошдепо открыли. Это по благоустройству сделана масса работы. Плюс еще вот этот объект – зал единоборств. Остается добавить, что первоначально в это здание должна была переехать Медвежьеозерская администрация, но она решила подождать, и в итоге помещение отдали спортсменам. Сергей Дадыко, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».